Ночью 8 марта на проспекте Ленина автомобиль марки «Мерседес» сбил пенсионера, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Примечательно, что светофор на этом перекрестке в момент ДТП не работал, как было положено. Несколько лет назад по просьбе жителей одного из домов по проспекту Ленина было принято решение отключить светофор на период с полуночи до 6 утра. Мужчине мешал спать мигающий желтым сигналом светофор. Возможно, после трагического инцидента решение об отключении светофора в ночное время будет пересмотрено. В выходные дни сотрудники ГИБДД зафиксировали еще несколько ДТП с пострадавшими. 10-го около 15 часов на улице Кузнецова в районе дома 98А произошел наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте, то есть вне зоны действия пешеходных переходов. Ближайший пешеходный переход на данном участке находится на пересечении с улицы Рабфаковской, то есть это регулируемый пешеходный переход. Мужчина получил травмы. Мужчина 75-го года рождения получил различные травмы, то есть сотрясение головного мозга и множественные переломы. Сейчас он находится в больнице.